Привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня мы будем открывать киндер-сюрприз Макси. Да! Очень большой. Да! Да? 220 грамм весит. Да! Очень огромный киндер. Да! А внутри игрушки Панда Кунг-Фу 3. Я не знаю пока. Да, мы знаем. Панда Кунг-Фу 3 внутри каждого яйца. Киндер-сюрприз Макси. Сейчас мы посмотрим, насколько классные игрушки нам попались, да, Степан? Да! Хорошо, будем открывать? Да! Давай. Так, у нас 5 киндеров Макси. Огромных, да. 220 граммовых. Еще таких мы не видели, да, Степан? Да! Будем их всех распечатывать и посмотрим, какие игрушки нам попались. Да! Ну что, начнем? Да! Давай, открывай! Какой большой! Давай, открой! Да. Там вот. Чашка. Вот так выглядит Кунг-Фу Панда Киндер Сюрприз Макси. Вообще-то. Да, сейчас попробуем открыть его. Картинка на книге. Степан, ты видел когда-нибудь такие большие киндеры? И я не видел. Ты посмотри, сколько шоколада. Ох, а какие игрушки будут? Я не знаю пока. Да, но сейчас мы узнаем, какие они будут, да? Да. Давай будем распаковывать первый киндер. Да. Да? Давай попробуем? Давай. Да. Оцей. Оцей. Давай. Сейчас папа заберет. Ох, он уже там где-то надломался. Да. Наверное, когда мы его несли. Давай я вот эти заберу. Да. В сторонку. Да. И ты будешь открывать. Вот так. Ну, пробуй. А, подожди, Степан, я еще покажу нашим друзьям, как выглядит само яичко ближе. Сам этот киндер-сюрприз. Вот так. Такие вот надписи. Киндер. Я так понимаю, это значит, что это не подделка. А внутри большущая игрушка. Огромная. Я думаю, что очень большая. Да. Да? Да, я киндер, наверное. Ну давай попробуем сейчас открывать. Открывай. Ох, ну он уже немножко поломался. Ничего. И потерял форму. Ну, сейчас мы его откроем. Так, складывай, складывай. Ох, ничего себе, какой. Какая игрушка внутри огромная. Ты только посмотри. Ой-ой-ой, я не знаю. Бери шоколад. Бери. Давай я открою. Ох, ничего себе. Ничего себе игруха. Ох, еще тяжело ее открыть. Так, открываем, открываем. Нельзя открыть. Так, чтобы не сломать, что внутри там. На крепке. Да. Хорошо они закрывают. О, вот он. Все, я нашел. Так, вот такие игрушки нам могут попасться. Да. В этом киндере. Я так понял, что в этом киндер-сюрприз Макси должно попасться 4 игрушки. Здесь. Покажи. О, панда кунг-фу. Сейчас будем собирать. Воин. Воин кунг-фу, я извиняюсь. Нам попался, я так понимаю, вот этот панда. Да. Который бьет и разбивает стену ногой. А вот как его нужно собрать. Ага, да, он разбивает стены. Вот это классно. А вот так ногой на, посмотри. Видишь? Ну что, будем собирать? Ничего. Будем собирать. Да. Так, бери еще кусочек шоколадки. Взял? Вкусно? Угу. Нравится тебе шоколад? Угу. Ну что, Степан, попробуем собрать? Да. Ты попробуешь? Или я попробую? Я думаю, ты. Ты мне разрешаешь, да? Да. Хорошо. Буду чашку собирать. Ну да, тут игрушка детская, но не детская. Так, оно складывается. Вот так. Вот. Вот такой у нас получился панда. Теперь ножки ему сейчас приделаем. Ага, нет, не так. Сейчас мы его разберем. Ножки вот сюда. Так. Нет, вот так.
Нету так. Все-таки так. Вот. Есть ножки. Ага. Да. Все, я понял. Так. Это сначала ножки. Да, сначала ножки нужно, а потом... О! Нет. В пазы не вставляет. Вот такой у нас получился панда, уже с ногами, с красным поясом. Да? Да. Так, теперь давай, Степаша, его подставку, это его пьедестал, на котором он должен стоять. Вот он так выглядит. Сейчас мы поставим туда его ножку. Вот так. О. Вот он стоит. И с растяжки может бить ногой в стену. Его плащ. О, дивись, ногой стоит. Так, плащ на голову. И кепка у него еще есть, да? Ага. Вот его плащ. Вот так он. С плащом. Шляпа воина. Шляпа воина. На ушки ему здесь одевается, да? Не знаю. Да, вот сюда. Оп. О. Шляпа воина. А теперь вот так он стоит. И теперь нужно сложить стену, да? Да. Попробуем сложить стену? Да. Давай. А как ты можешь сделать? Не знаю, сейчас посмотрим. Так. Значит, у нас вот это низ. Вот это у нас внизу. Так, такая вот фигурка. Давай, Степаш, папа попробуй. Сложи. Я попробую. Ты попробуешь? Да. Ну, давай. А тут чаще. Не получается? Нет. Почему? Я хочу, а он уезжает там. Да? Ну, сейчас. Он не хочет там. Почему не хочет? Вот, стена вот у нас получилась. Немножко, так. Теперь подожди, Степашка. Вот так. И наверх ложи. Последний камешек. Вот так. Давай. Все. Вот так. О. И панда кунг-фу бьет в стену ногой. Вот это прикольный, да? Да. Очень классный. Давай покажем ближе его. Вот такой у нас панда кунг-фу. Тебе нравится, Степан? Угу. Прикольный, скажи. Да. И он такой большой. Да. И плащ у него от ветра бьется, да? Да. Ну вообще. Ну что, Степан? Просто супер. Открываем следующее. Да. Киндер-яичко. Да. Да? Ну давай, этого мы поставим в сторону. Он здесь нас... Куда мы поставим? Куда поставим? О. Все? Нормально. Это ж он уже здесь должен кружиться, смотри. Вот так, оп. Ого. Ага, он еще вот так делает. Бах. Я попробую. Вот так. Вот так его. Вот так. И в стенку. Да, я попробую. Бах. А ну попробуй. Раскручу. Раскручу. Вот ты уже разбил стенку рукой. Давай, Степан, разбивай стену ногой. Раскручивай. Раскручивай. Баба! Не разбил с первого раза. Еще раз. Yeah! Вот это сильный. Сильный панда. Yeah. Да? Не зря он мастер кунг-фу. Кусачек остался. Да. Ну, давай, открывай следующее яйцо. Мы пока поставим нашу панду вот сюда. Крепко закрыто. А пробуй, пробуй. Вот так. Вот наш панда. Залепилась, наверное. Да? Хорошо, подожди, давай, сейчас я туда открою. Открывай дальше сам. Открывай, открывай, открывай. Вот это яйцо здоровое. Доставай кружку. А пока мы шоколад положим в наше секретное место, да? Да. Вот так. Давай я открою. Давай. Ох, у нас какая игрушка здесь. Давай, открывайся, открывайся, открывайся. Открывайся, открывайся. Ой. Кто там? Такой же панда нам попался, да? О, такой самый. Такой самый.
А что ж таки сами угадаете? Ну, потому что мы не можем угадать. Так, это же и называется киндер-сюрприз. Давай, выбрасывай все. Ох. Давай, пока папа будет собирать, а ты будешь открывать следующее яичко, да? Да. Давай. Еще одно. Пожалуйста. Это мы соберем. Открывай, открывай. Открыл? Молодец. Доставай. Ну, достал. Хорошо, сейчас я открываю. О, сколько у нас шоколада, я не знаю. Сколько ты его будешь кушать? Времени. И игрушку открываем. Ой, твердой. Да, тяжело. Оп. Оп. Открывай. Кто там? Кто там? О, там новенькая попалась. Да. Нет? Да, новая. Нет, такой же самый панда. А, нет, что-то новенькое. А я уже думал, такой же самый попался панда. Ого, вот лестница! И лестница? Ва. Давай посмотрим, какой панда нам попался. Нам попался вот такой панда. Немного похожий на того, что у нас был, но... Чуть-чуть. Совсем не такой. Нет. У нас уже есть вот такой. Есть она стена. Попался вот такой. Не можешь сейчас. Будешь собирать? Или папе дашь собрать? Ты собираю це, а я буду поправиться. Хорошо. Хорошо, я буду собирать тогда. Итак, собираем. Мыть панду. Не можем собрать. Почему? Вот это маленькая, а это здоровая. Кто? Ну, стена. Так, куда у нас что крепится? О, я уже нашел. Это у нее попа. А это у нас, как говорится, филейная часть. Так. Нам нужно... Подожди, папа что-то не так собрал. Давай так, посмотрим инструкцию. Как нужно собирать правильно этого по. Ага, все. Нашел. Нашел. Вот так нужно. Вот сюда. Вот наш по. А, это у него понял, нужно. Куда лестница. Понял? Да, вот сюда треба. Так, сейчас мы сюда. Да. О, здесь все так просто и прикольно. Ага, вот такой вон у нас. С растяжкой. А ну давай, его пьедестал. О, поставили по. Ты лестницу будешь собирать? О, ну, подивись, куда ты вылезешь. Давай, давай, я посмотрю. Я давлю. Так, вот, вот так, давай, вот эту штучку. Вот так лестничка. Ага. Вот сюда. Оп. О. Вот так. И а еще у нас все? Должен... Да, и у нас есть наклейки. Вот такая наклейка. Вот она такая. Да. Это наклейка школы мастера Шифу. Вот так она правильно. Вот так. Да, Степан? Угу. Наклеим наклеечку? Да. Наклей на панду. Нет. Какой? Вот сюда, сейчас я покажу. Вот так, вот сюда, вот так. А, вон куда ты хочешь. Да, и вот так оно вешается сюда. Я повешаю. Я повешаю, вот. Давай, вешай. Повесил? Да.
И вот так наша панда. Ой, повесь еще раз. Упала. Вешай. На другую сторону. На другую. Вот так. Спасибо. И вот, вот наша панда представляет школу мастера Шифу. Класс. А что он делает? Он должен, наверное, достать до этой игрушки. Ой, до этого вымпела. О, видишь? Мама! Давай. Так он рукой достал, а не рукой. Попробуем вот так. Давай, я помогу. А что она легко дает на ночь? Нет. Доставай. Мало, поехали следующий открывать? Да! Ну давай, попробуем. Оп. Открывай. Давай, я заберу шоколад. Ну конечно, это же шоколад, он же должен разламываться. Ох, куда его здесь складывать? Уже нету места. Открыть? Открыть, Степанчик. Открывай. О! Что здесь? Что здесь может быть? Что здесь может быть? Знаки разбиваем. Стену? То, что стену разбивают? Да. Вот это прикольно. У нас уже их будет три. Наверное. Да, будет три. Сейчас мы их поставим всех вместе. Давай, я их соберу, а ты начнешь открывать следующий, да? Давай. Вот так. А я возьму этого воина. Сейчас тоже их соберу. О, уже не разломался. Не разломалась, нет? Ты уже как профи открываешь. Да. Давай, заберем эти шоколадки от тебя. Давай. Давай, заберем. Вот. Открываем. И кто здесь? Написала. О, три одинаковых панды, которые разбивают стену. И два панды. И наглейка. И два панды, которые... учатся в университете мастера Шифу. А давай я куху я хочу. Кому? Наклейку такую. О, я тоже такую хочу. Я хочу такую игрушку. Она дуже прикольная. Очень классная, да? Да. А попадутся они нам или нет? Как я не знаю. Думаю, что в следующий раз нам должно попасться. Да. Как ты думаешь? Я не знаю. Наверное, это наклейка, чи что, я не знаю. Да, хорошо. Поможешь папе собрать эту игрушку? Да. Давай, Степаша, собирай вот эту вывеску. Вот эту вот. Вставляй вот сюда. Давай. А папа соберет да. панду. Хорошо? Угу. Давай, вставляй. Получается? Давай, давай, прижимай. Ву, молодец. Наклейку наклеишь? Да. Давай, вот наклейка. Отдирай. И клей, а папа соберет панду. Вот да. Теперь мы наклеим. Получается? Да. Все. О! Вот, как ты быстро справился. Угу. Так, сейчас я складываю панду. Вот, я уже почти сложил ее. Ой, вот. Я бачу
Став пандусом. Дивись, я бачу, дивись, ікони. Ой. Та що стоїть? Дивись, на чому стоїть. На оцю. Да, да. Я бачу таке на картинці. Вот так он стоит. Покажи, как ты наклеил наклейку. Во, классно. Да. И падает. Что? Панда. Кунг-фу, каратист. Панда разбивает стену. Угу. Ну давай. Бабах. Это сильный удар. Да? Да. Всю стену полностью разбил. Yeah. А между собой кто сильнее из них? Как ты думаешь, Степан? Этот. Да? Да. Так нужно узнать, кто сильнее. Нужно побиться. Кто выиграет, тот и сильнее. Да. Да? Да. Давай. Кто? Вот. О, панда на панду. Yes, я выиграла. Сейчас. Панда в плаще выиграла? Да. Ты хочешь ему ногой? Да. В лицо? Или ногой в ногу? Он там блок ставит. Вот еще панда на подмогу приходит. Такой же самый. Бабах его кулаком. По животу его большому. Ох, ничего себе, какая вертушка. Ты уже так не разбивай, то еще убьешь панду. И вот такие игрушки попались нам в киндер-сюрприз Макси. Да. Панда Кунг-фу 3. Да. Вот такие прикольные панды. Да, Степан? Угу. Тебе понравилось? Да. А давай покажем, сколько у нас еще попалось... Шоколад? Покажи, сколько шоколада у нас. О, да. Посмотрите, сколько шоколада. Да. Да его можно есть. И есть. Есть, и есть, и есть. Да. Если вам понравилось, ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. Да. Счастливо. Да. Пока. Пока.